Служба безопасности Украины пресекла деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений вооруженных сил Украины в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины. Задержанные докладывали агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушенных жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Одним из связных российских агентов был представитель оккупационной администрации России. Им оказался чиновник так называемого Верховного суда ДНР, причастный к преследованию и незаконному заключению украинцев на временно оккупированном территории Донецкой области, говорится в сообщении. По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных спецслужбами России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Для сбора развединформации подозреваемые самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск. Полученные данные они передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими фотографиями и видеоматериалами. Помимо того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Он распространял в соцсетях пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины.